Всем привет! Вы снова на нашем канале. И мы сегодня новый день начинаем в Раваниеме, Финляндия, Лапландия. И мы едем в деревню Санта-Клауса. Вон, Амалия, как всегда, уже в снегу. Продолжает вчерашний день. А мы ждем автобуса, чтобы поехать в деревню. Сейчас у вас светло, на самом деле все темно. Такой полумрак. Свет горит, елки горят. Вот на этом автобусе. Мать, как всегда, в автобусе раздевается. Ей очень жарко. И сейчас будем ее снаряжать для прогулок. Вот она, деревня Санта-Клаус. Тебе нравится? Она еще ничего не поняла. Она повыше. Но все равно. Маль. Но сейчас не холодно. Амаль. Пойдем Санта-Клауса найдем. Вставай, пошли. Пошли туда. Пошли. Пойдем искать Санта-Клауса и с ним поздороваемся. Пошли. Строили. И он работает. Да, но там не было, даже смотри, рамку сделали не сделали. Ага. Пошли в офис Санта-Клауса, Маськин. Вон туда вот. Бегом, бегом. Красиво, да, елочное украшение дарит. Открывай дверь. Заходи. Ой. Сейчас найдем. Санта-Клауса. Сейчас в магазине покупаем игрушки и сувениры. Ой, какая шапка, ребята. Ой. Это, наверное... Санта-Клаус. Ну что, пошли дальше? Пошли. Пойдем дальше посмотрим, что еще есть. Содержание мебели для детей. И был Бог, и он создал рай. Там были Адам и Ева.
которые съели яблоко, потом были 10 заповедей. А потом был Ноев ковчег. А потом было Рождество Христово. Только вот без Иисуса. Потом были апостолы, собрание. А это вход из Иисуса в Иерусалим. А потом... А потом его воскресенье. И вуаля, христианство. Я вас поздравляю. Покажи свою собаку, кого мы купили. Хаски. Ее как ты назвала как-нибудь ее? Придумаешь имя? Как ты будешь ее звать? Милки? Будет собачка Хаски Милки. Вон мама идет. Just put up a string of lights. You don't have to put on a show. А мать, пойдем пересечем полярный круг, смотри. Я тебе покажу. Вот эти вот штучки, вот эти вот лампочки, это. Я знаю. Ну, ты все знаешь. Откуда ты знаешь? Ты сказал маме, а я слышу. Ясно, ты умница. Ну, давайте, пересекайте полярный круг. Надо перепрыгивать полярный круг. Надо перепрыгнуть его. Она замерзла. Давайте, пересекайте. Давайте. О, ама, пересекли. И я тоже пересеку полярный круг. О, ура! Мы сейчас на полярном... А вот мы он. Замерзли. Да. Мы на Северном полюсе. Сейчас мы на Северном полюсе. Пошли теперь на Северном. Они украсили флажками. Красивые. Японию вижу. Японию, Швеция. Что-то... Это мы долго будем ходить. Это мы ходим по полярному кругу. Вокруг Америку вижу. А Амалия, как всегда, под елкой. Пошли. Амалия, любит. Снежная. Вон, видишь, написано, вон там в кафе. Ой, там еще что-то. А здесь много всякой веселого есть. Вот там елка. Вот там горка. Вот там горка, да. Там можно кататься на этих самых, на как, на баранках. Она заскучала. Она у нас быстренько выбрала скамейку. Да. Она изначально знала, что она хотела. Да я ее, да. Да, я ее пробовала. О, а здесь, кстати, здесь ножи продают финские. Вот. Мартини. Пойдем вот здесь вот кушать, в это кафе. О, такие здесь домики красивые. Амаль, пойдем, засунь голову, сейчас я сфотографирую это. Just put up a string of lights. You don't have to put on a show. Or listen to the music on. I'd like to pop that sucker flat. Амалия наелась. Довольная наевшаяся Амалия. Выпила целый стакан большой чая. И съела. Да. И съела
съела почти целую булку хлеба. И, да, и лосося много очень съел лосося. Если она не заснет. Амалия оператор? Да, съемки от Амалии. Все, давай собираться. Костер сниму. Две красоты неописуемые. Маська, пойдем погреемся около костра. Пойдем? Смотри, как тепло, около костра очень тепло. Садись на шкуру. Не, сюда. Там холодно сидеть. А пальцы на колено. Да. А мама садится тоже на шкуру, а мы сидим на шкурах и смотрим на огонь. На, Маська. Держи. Погрей. Мы нашли почту. Вон, смотри. Вон. Почтовое отделение Санта-Клауса. Здесь Санта-Клаус посылает письма по всему миру. Видишь? Вон. Да. Вон я. Почтовое отделение. На Северного полюса. Пойдем поищем почту. Можно писать нам письмо. А? Ну, без этого пойдем. Берем эту открытку, напишем адрес и пошлем. Пойдем, не, мы сюда. Сначала заплатить. Ты пошел, мы сами. Потом только, Амаль, рисовать здесь, а здесь будет адрес, хорошо? Ну, вот это твое. Здесь мы все что будем делать. А да. Здесь будет этот. Где будет штамп? Вот здесь, да. А сверху будет это, поэтому с одной стороны. Все. И потом письмо с Северного полюса. Молодец. Все, ты нам получишь письмо. The story I must tell. I will.